И потом они входят вместе с культурой, которую мы сеем. Как решить его? Есть ли совет решить? Или может не сеять вообще сегодня при такой засухе? First off, I'm a firm believer in the cover seed of the day of harvest. Ну, вот я, как вот говорил в презентации, покровную культуру надо сеять в день уборки урожая. That's the most moisture you're going to have because the wheat actually stopped using moisture maybe 3 weeks prior to that when it matured. Потому что в этот момент больше всего влаги. Пшеница перестала использовать влагу еще за 3 недели до того, как вы ее убрали. Then in my mixes, I purposely stay away from seeds that I know will overwinter. И в своих смесях я стараюсь избегать тех культур, которые я точно знаю, что они перезимуют. Then I always plant my cover deeper than most people, just to make sure it grows this year. If it's planted too shallow, then the soil will be dry and it won't grow. И я специально сажаю культуру чуть глубже, чем все остальные, для того, чтобы она у меня выросла в этом году. Потому что если я ее посажу мельче, то от жары она может погибнуть, не прорасти. Some people get worried about planting a small seed deep. Некоторые беспокоятся, как же я мелкосемянные посеял глубоко. But when it has other seeds mixed with it, the other seeds crack the soil, the small seed can come up. Но с этим нет проблем, потому что когда большие семена начинают ростки прорастать, они разрывают почву, и в эту дырку вылазит мелкосемянное. А это правда, мы стараемся мелко сеять. But we try to seed shallow. We tried. Хорошо. А если надо вот, глубже. Если в нашей системе вот в коктейле мы присутствует такая культура, как горчица, if we use mustard and red chili. И мы сеем ее сразу же после уборки пшеницы. Это в июле месяце. Immediately after wheat harvest, which is in July. Вот. То до и хорошие погодные условия, она может выбросить семена. And if the weather is good, then it can set seeds. Yes. Надо That's... убивать химическим способом. Should we kill it with chemicals? Probably wouldn't hurt, so it does not make seed. Go ahead and terminate with... Ну, чтобы не дала семена, то не повредит, если вы ее убьете химикатом. Something like a mustard could be sprayed with 2,4-D, and the grasses would continue to grow. Иногда можно горчицу опрыскать 2,4-D, а злаки продолжат расти тогда. And so again, depends on which you're trying to terminate. Выбор химиката зависит от того, какую именно культуру и смеси вы будете останавливать. Or if you need to terminate the grass, we have United States Post Fusilade, several products that kill grasses, but broadleaf still grow. И есть хорошие смеси для злаков, то есть вы убиваете злаки, а широколистные продолжают расти. Okay.